Кстати, за детский отдых семьи могут получить компенсацию до 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Если же путевку платили за счет бюджета или работодателя, то кэшбэк не вернется. Скидка положена тем, чьи дети отдохнут в период с 10 мая по 20 сентября. При этом путевку родители оплачивали до 31 августа картой МИР или сертификатом. Если тур купили с 25 мая, средства вернутся автоматически. Тем, кто сделал это раньше, нужно написать заявление на сайте госуслуг, приложить договор об оплате и реквизиты карты. Со списком лагерей, в которых действует скидка, можно ознакомиться на сайте mirputesheствий.рф в разделе «Партнеры».